Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все монетах». Друзья, уникальных и редких монет СССР в разные года чеканки нумизматами обнаружено немало. Однако 1957 год в этом плане просто бьет все рекорды. Одна копейка только чего стоит. В этом году все монеты стали чеканить штемпелями с обновленным гербом, на котором количество витков ленты в гербе уменьшилось с 16 до 15 после упразднения Карело-Финской ССР. В итоге весь годовой тираж одной копейки был выпущен с симметричной обвязкой снопов по 7 с каждой стороны плюс одна лента посередине. Однако иногда в руки коллекционеров попадают истинные монетные раритеты с датой 1957 на обороте, но со старым, имеющим 16 витков гербом Советского Союза на лицевой стороне. Сегодня такая копейка 1957 года с 16 лентами считается одной из самых интересных и заветных для нумизматов, из-за чего цены на нее порой достигают до 300 тысяч рублей. Эту ошибку могли выпустить в денежный оборот по двум причинам. Первая. В новую чеканку как-то попал штемпель со старым аверсом. Вторая. Еще в 1956 году были изготовлены штемпеля с новой датой для будущего 1957 года. И их испытали на пробной чеканке небольшой партии. И получившиеся монеты отправили на склад готовой продукции. Никто не ожидал ведь изменений в оформлении гербовой стороны. Число республик в составе СССР официально уменьшилось только во второй половине года. Однако в 1957 году на Ленинградском монетном дворе умудрились напутать с чеканкой не только одной копейки, но и с трехкопеечным номиналом. Правда, их с неправильным количеством лент оказалось выпущено на порядок больше, поэтому и оцениваются они сейчас не в 300 тысяч рублей, а всего где-то 10-12 тысяч. С монетами достоинством 5 копеек обошлось без казусов. А вот 10-копеечные монеты этого года до сих пор радуют нумизматов находками. Здесь попадаются экземпляры выпуска 1957 с 16 лентами и образцы с датой 1956, но с аверсом из будущего с 15 витками ленты. Обе эти разновидности 10 копеек оцениваются ориентировочно по 25 тысяч рублей каждая. Друзья, если у вас в руках окажется 1, 3, либо 10 копеек с датой чеканки 1957, обязательно пересчитайте ленты в гербе. На тиражных монетах этого года их должно быть 15. 7 справа, 7 слева и 1 посередине. Если вокруг левой связки колосьев обернуто 8 лент, то перед вами точно дорогостоящий раритет, за который многие нумизматы готовы заплатить немалую сумму. Среди однокопеечных монет 1973 года выпуска встречается чрезвычайно редкий и дорогой вариант стоимостью более 100 тысяч рублей. Дело в том, что в самом конце 1973 года сменилась модель, по которой изготавливались штемпеля для лицевой стороны монеты. Отличия нового и старого штемпеля хоть и минимальные, но весьма заметные, так как изменилась длина некоторых остей у колосьев, расположенных в правой части герба СССР. В результате изменилась и форма гребенки над колосьями, подходящими к звезде с правой стороны. Друзья, в терминологии нумизматов старый вариант именуется как гребенка остей с уступом, а новый получил название гребенка остей без уступа. Кому-то это все не очень понятно. Вы просто посмотрите на изображение на ваших экранах, где в большом увеличении сравниваются нужные места для определения существующих разновидностей одной копейки 1973 года. Монет с новым вариантом оформления герба было выпущено чрезвычайно мало. Скорее всего, на монетном дворе просто опробовали новый штемпель в работе и отложили для чеканки тиража следующего года.
А изготовленная при этом сотня другая монет смешались с десятками миллионов обычных тиражных монет, которые характерны для всего выпуска в 1973 году, то есть изготовленных старым штемпелем гребенка с уступом. Для производственников все эти отличия были в рамках допустимого по ГОСТу. Обычный рабочий момент при изготовлении монет. Но они стали совсем другим для нумизматов, которые отслеживают все мельчайшие разновидности, о которых порой даже не подозревают на монетном дворе. А так как таких новых монет с датой 1973 было обнаружено коллекционерами всего несколько штук, то они в каталогах получили наивысшую степень редкости, 3 буквы R. Соответственно, цена при их возможной продаже прогнозируется более чем в 100 тысяч рублей. Друзья, сегодняшний обзор продолжает тему самых дорогих монет СССР. И на очереди один из вариантов однокопеечной монеты 1980 года, который встречается в коллекциях очень редко. И нумизматы, любители разновидностей, оценивают его в 20 тысяч рублей. Монету достоинством в 1 копейку можно было бы назвать знаковой, как символ советского денежного обращения. И как ко всем символам, к ней всегда предъявлялись высокие требования и повышенное внимание, как со стороны населения, которое ежедневно пользовалось этой монетой, так и со стороны работников монетного двора, которые ее производили. В 1980 году на монетном дворе было существенно очередное усовершенствование штемпелей для чеканки этой монеты. Постоянно улучшаемая технология монетной чеканки позволили усложнить изображение герба СССР, которое наносилось на лицевую сторону копейки. В его миниатюрное изображение были добавлены еще более тонкие детали, которые невозможно было бы отчеканить на монете раньше. Из основных изменений отмечу: окончание верхних колосьев приблизилось к верхнему лучу звезды. Сама звезда стала выполняться с хорошо отгравированными рельефными лучами. Она стала несколько большего размера. Но более принципиальное отличие в том, что все внутренние колосья в гербе стали заметно плотнее, с хорошо прорисованными крупными зернами, из которых стали выходить более длинные и тонкие ости. Широкое использование новых штемпелей началось только в следующем 1981 году. А в 1980 году новый вариант однокопеечных монет штампа номер 4 «Зерна с длинными остями» встречается очень редко. Обновленным штемпелем отчеканили очень небольшую часть тиража. Очевидно, была осуществлена только пробная испытательная чеканка внедряемым инструментом. Стоимость таких монет у нумизматов достигает до 20 тысяч рублей. Друзья, тематика монет периода Советского Союза отдельно сама по себе довольно интересна для коллекционеров, как для начинающих, так и для более опытных. Почему монеты периода СССР стоит рассматривать отдельно от остальных? Ну, во-первых, за раз сразу охватить вообще весь период чеканки монет в принципе невозможно. Тем более, что период советских монет сам по себе составляет 74 года. Довольно большой временной промежуток, даже в рамках одной тематики для коллекционеров. Именно поэтому монеты СССР условно принято делить на два больших этапа с границей с датой денежной реформы 1961 года. Монеты раннего СССР до 1961 года и монеты позднего СССР, монеты периода 1961-1991 годов. Во-вторых, распространенность вопроса коллекционирования монет СССР среди нумизматов. Здесь надо сказать отдельно спасибо большой тиражности выпущенных монет, как юбилейных, так и монет регулярного выпуска. Следствием этого большого тиража выпущенных монет является относительно низкая стоимость большинства монет периода Советского Союза. В особенности монет, отчеканенных после денежной реформы 1961 года. Однако из любого правила есть исключение. И яркий пример тому – стоимость монеты, представленной на ваших экранах.
Это одна копейка СССР образца 1961 года. Довольно частая и недорогая монета, без учета разновидностей, конечно. Однако, аукционная стоимость конкретно данной монеты составила 35 тысяч рублей. Ответ столь значительной стоимости данной копейки кроется в оборотной стороне. Вместо привычного и ожидаемого изображения реверса можно заметить отзеркаленное изображение лицевой стороны монеты. Причиной возникновения данной странной и необычной монеты является нарушение технологического процесса при чеканке монет. Другими словами, монетный брак. Называется он инкузный брак или залипуха. Друзья, подобный брак встречается среди монет крайне редко и по своей востребованности имеет высокий спрос среди коллекционеров. Отсюда и высокая стоимость монеты в 35 тысяч рублей. Друзья, среди однокопеечных монет 1967 года выпуска встречается разновидность, которая у коллекционеров может стоить более 10 тысяч рублей. Давайте разберем причину ее появления и научимся отличать от обычного, то есть самого распространенного варианта. Штемпеля для однокопеечных монет самые сложные для изготовления из всех, что применяется на монетном дворе для чеканки монет. Требуется незаурядное мастерство граверов и резчиков, чтобы изготовить эти миниатюрные штемпеля, которые позволяют на 15-миллиметровом монетном кружке качественно отчеканить герб СССР с большим числом хорошо различимых мелких деталей. После модернизации штемпельного инструмента, произошедшей в 1963 году, всего через 3 года монетные штемпели для 1 копейки вновь были доработаны и усложнены в плане добавления мелких элементов в рисунке герба. Если до этого зерна пшеничных колосьев имели вид упрощенных овалов на штампе номер 2, то у нового варианта штампа номер 3 они стали выглядеть более реально. Зерна внутренних колосьев в гербе стали выполняться с короткими, но хорошо заметными остями, которые в виде тонких линий тянутся из зерна вверх по колосу. Новый штемпель номер 3, предназначенный для чеканки 1 копейки, был запущен в производство только в конце 1966 года. Тогда им успели отчеканить небольшую часть годового тиража 1-копеечных монет. И если редкой эту разновидность зерна с остями не назвать, скорее просто нечастой, ее коллекционная цена около 500 рублей, то в 1967 году таким штемпелем уже был отчеканен практически весь тираж копеечного номинала, более 700 миллионов экземпляров. А выводимым из производства старым штемпелем наоборот, чрезвычайно малое количество. В коллекциях такие монеты 1 копейка 1967 года выпуска, вариант штампа номер 2, зерна без остей, встречаются редко. И стоят они уже более 10 тысяч рублей. Друзья, приведенные в этом обзоре сравнительные изображения с крупным увеличением позволят вам узнать, как находить редкие и дорогие монеты среди копеек 1967 года. Друзья, среди однокопеечных монет СССР в 1985 году встречается очень редкий вариант, изготовленный с применением старых штемпелей, которые уже несколько лет назад начали постепенно выводиться из производства. Встречаются эти редкие монеты только в сувенирных наборах, ежегодно выпускаемых Госбанком. Их коллекционная стоимость достигает 15 тысяч рублей. Еще в 1981 году для чеканки 1-копеечного номинала на монетном дворе стали использовать новые усовершенствованные штемпеля штамп номер 4 «Зерна с длинными остями». На монетах, изготовленных с их применением, изображение государственного герба стало выглядеть значительно лучше, выразительнее, с большим числом мелких деталей. Наиболее заметное отличие нового штемпеля, которое чаще всего в каталогах указывается как основной признак нового варианта монеты – внутренние колосья с длинными и тонкими остями. Старые штемпеля, штамп номер 3, короткие ости,
продолжали на Монетном дворе использоваться еще несколько лет. Постепенно, по мере их износа, заменялись на новые. Доля монет, отчеканенных старыми штемпелями, была небольшой и постепенно уменьшалась. В результате разновидность одной копейки, короткие ости, штамп номер 3, встречается с 1982 по 1984 год довольно редко. И стоят такие монеты не менее 1000 рублей. А в 1985 году уже весь тираж однокопеечных монет, выпущенных для регулярного денежного обращения, был отчеканен полностью с использованием штемпеля штамп номер 4, длинный ось. Но для изготовления небольшой части монет улучшенного качества, которые предназначались исключительно для формирования годового набора Госбанка, был использован более старый штемпель аверса периода 1974-1981 года. Штамп 3. Короткие ости. Такая разновидность монеты со старым аверсом и датой 1985 чрезвычайно редкая. Друзья, на сегодняшний день ее стоимость достигает 15 тысяч рублей. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом будет полезна информация, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья. Подписывайтесь.